Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Готовимся к празднику Светлого Христового Воскресенья. На Анапском хлебокомбинате сегодня была произведена пробная выпечка пасхальных куличей. Люди труда. Педагог с большой буквы Татьяна Баталова всю свою жизнь посвятила этой благородной профессии. Реликтовое растение, выращенное в собственном огороде, жительница Большого Утрюша передала саженцы можжевельника анапским школам. Несколько дождливых дней ненадолго прервали процесс благоустройства города-курорта. Погода нормализовалась, и с приходом тепла работа возобновилась. Глава Анапы Сергей Сергеев во время очередного объезда сделал остановку на улице Владимирской. Рядом с новостройками застройщик создает зону отдыха для будущих жильцов. Современный, удобный и ухоженный двор – мечта любого новосела. На пересечении улицы Владимирской и бульвара Евскина создают именно такой. Что здесь будет, главе Анапы рассказывает застройщик. Здесь располагается фрагмент беседка для жильцов зоны отдыха, детская площадка. Это вот получается вот прям на той площадке. С этой стороны, где мы стоим, спортивные тренажеры. Для безопасности пешеходов построят тротуар, поставят ограждение, а дорогу заасфальтируют на всю ширину проезжей части. Поблизости располагаются дома Министерства обороны. Проект благоустройства готов и для этой территории. Прилегающий участок озеленят, устанавливать здесь спортивные объекты или элементы детской площадки нельзя. Здесь проходит очень большое количество коммуникаций. Есть согласование со службами, чтобы понимали. И газ идет, и вода идет, и основное теплосеть. Но она на какой? Теплосети наоборот. Ближайший кабель, с которым мы здесь столкнулись, 80 сантиметров. Высоковольтный кабель и линии, которые питают. То есть можно выровнять, спланировать, благоустроить, черноземом подсыпать где-то ямки, где-то. Чтобы легко было косить, да? Траву. То есть это в принципе возможно, прилегающая территория к детскому саду тем более. Ну а здесь что, молодцы. Забота о состоянии придомовой инфраструктуры – важный критерий оценки деятельности застройщика и одно из главных требований городских властей. Около 200 саженцев можжевельника вырастила у себя на участке жительница поселка Большой Утриш Галина Макарова. Ученые признаются, что приятно удивлены, потому что растения очень капризные. В природе можжевеловые леса возобновляются и растут медленно. Прорастить такое растение и семян в лабораторных условиях тоже не так просто. Сейчас саженцы развозят по школам и передают юным экологам сотрудники заповедника Утриш. Их высаживают в рамках специальной акции к Международному дню земли. Так начинается почти каждый день Галины Афанасьевны. Это Большой Утриш, недалеко заповедник. Белки заходят за орехами, по соседству живут горлицы, дрозды. Дроздиха. Она вообще прямо возле ног моих все время. Куда я, туда она. Вот я хожу по всей этой самой площадке, и она за мной. На участке фисташковые деревья, миндаль. В день рождения внука 25 лет назад хозяйка посадила пару можжевеловых шишек. Они взошли и прижились. А лет 7 назад решила окружить можжевельниками весь участок. Семян в округе в достатке. Они падают с очень старого дерева. Ученые считают, что ему лет 200, если не больше. Внешне плоды выглядят как ягоды. На самом деле это шишка. Первый раз ничего не получилось первый год. Года два я мучилась. Они у меня падают. Я их начинаю подкучивать. Они пропадают за зиму. Оказывается, это у них ствол вытягивается. И этот ствол нельзя закапывать. А я же думаю, они свалились, значит, надо поднимать. До верхушки их окапывала. А потом приноровилась, не стала закапывать. Беру вон у соседей опилки, когда дрова пилят. И опилочками только подгрудила на зиму, и все. Тем саженцам, где есть верхушка, 2 года.
тем, что только взошли год. От идеи с живой изгородью Галина Афанасьевна отказалась, а саженцы решила передать Утрижскому заповеднику. Андрей Рыбченко закончил Воронежскую лесотехническую академию, писал дипломную работу по можжевельникам, сам проращивает семена этого растения, не понаслышке знает, насколько трудоемкий процесс. То, что на делянке у Галины Афанасьевны взошли около 200 семян, вообще считает случаем из разряда уникальных, даже с поправкой на то, что условия на участке близки к природным. Это просто, я считаю, что легкая рука в нее, потому что это единицы, у которых получается так вот вырастить его. Это очень сложно с научной точки зрения. Саженцы в подарок пришлись кстати. По случаю Всемирного дня Земли маленькие можжевельники решили передать юным натуралистам во все школы города-курорта. В той, что находится в соседнем Суко, во дворе кормушка. В ней куски хлеба. Судя по всему, кто-то поделился обедом из столовой. Экологией здесь ребята занимаются с первого класса. Природу сохранить надо. Дети надо, чтобы знали, что это такое. Почему надо этим заниматься всем. А иначе как? А кто будет сохранять? Они будут сохранять. Можжевельники высадили на специально подготовленном участке. Несколько саженцев поместят в разные почвы, чтобы посмотреть, какой быстрее будет расти. Педагоги считают, что ребятам такая задача вполне по силам. Главное напутствие от сотрудников заповедника, чтобы не забывали ухаживать, поливать, особенно в жаркую погоду и даже в выходные дни, потому что каждый в ответе за того, кого приручил. Неравнодушные и активные молодые люди планируют навести порядок в скейт-парке Станицы Анапской, а также в Центральном сквере. Мероприятие намечено на следующую субботу. Ожидается, что в нем примут участие местные жители и представители администрации сельского округа. Об этом рассказал сегодня руководитель Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» Максим Пронин. По его словам, сотни молодых людей уже активно участвуют в общекраевом двухмесячнике чистоты. Это студенты, волонтеры и просто неравнодушные молодые люди. Бывает так, что молодежь выступает в качестве катализатора процессов и к активистам присоединяются жители соседних домов. Патриотизм – это не просто любить родину и защищать свою страну. Патриотизм – это также выйти на улицу. Тем более в год экологии мы не просто можем выйти, мы должны выйти на улицу и сделать свой город, свой край, свою страну чище, лучше. Я хочу видеть свой город чистым. Я хочу, чтобы молодежь этого города знала, что дома у себя нужно наводить порядок. Новая линия Анапского хлебокомбината произвела сегодня пробную выпечку пасхальных куличей. Экспериментальные образцы оказались очень качественными, а вот цена их реализации останется на уровне прошлого года. Хлебокомбинатовские пасхальные куличи не претендуют на особенное, выходящее за рамки традиционного, оформления. Но зато они, щедро промазанные сахарной глазурью и посыпанные разноцветной посыпкой, ароматно пахнут на весь цех. Здесь сегодня царит суета и легкая неловкость. Не каждый день на предприятие приходит священник. Отец Александр перед началом доброго дела читает молебен и освещает новые линии. Они, слава богу, работают успешно. Технологические линии давно отлажены, и горячие батоны дополняют восхитительный хлебный дух, который в большом цеху не растворяется долго. И здесь же срезают старую, обветшавшую и истлевшую линию. Вот таким убогим еще недавно было все производство. На новой линии пасхальных куличей будет в этом году произведено гораздо больше обычного. В этом году, благодаря новым линиям, мы выработаем 20 тонн пасхальных куличей. А торговать начнем 11 апреля по ценам прошлого года. Пасхальные куличи будут самой разной фасовки – от 150 граммов до полукилограмма. А еще пироги, пирожки и рулеты. Одним словом, здесь к Пасхе будут выпекать все, что украшает праздничный стол. И еще один пример преданного отношения к профессии. Мы продолжаем нашу рубрику «Люди труда». Педагог, который зажигает в сердцах учеников искру творчества и любви к искусству. Татьяна Борисовна Баталова вот уже третий десяток лет учитель русского языка и литературы в Супсевской школе номер 11, которую сама и окончила. Получив высшее образование, вернулась в родные стены и посвятила свою жизнь работе учителя. Для Татьяны Борисовны Баталовой средняя школа номер 11 – это второй дом. Еще в далеком 1987 году она стала свидетелем и непосредственным участником строительства учебного заведения, которое за 30 лет стало родным. Впрочем, как и дети, которых она обучила. Каждый день в школе – это необычный день, потому что школа – это моя жизнь. И дети бывают всякие, самые разные. От них можно ожидать все, что вы хотите. –
Даже они могут настолько перевернуть события в том или ином произведении, еще так доказывать тебе упорно, что вот я прав. Ну, естественно, мы смеемся. Уроки русского языка и литературы такие же добрые и интересные, как и сам преподаватель. Сейчас идет подготовка к единому государственному экзамену. Старшеклассники уверены, с таким педагогом им не страшны никакие экзамены. Ведь во всех предыдущих выпусках более 60% учеников имели в аттестате самый высокий балл. Мне очень нравятся уроки Баталовой Татьяны Борисовны. На них мы получаем много очень полезной информации, хорошо готовят к предмету. Я сдаю, все сдают, да, русский язык. Проводит бесплатные консультации. Очень важная тема. После уроков в неучебное время. Моя мама у нее училась, я у нее учусь, мне очень нравится. Татьяна Борисовна, она каждого человека видит. Она лично знает его, и даже иногда мы оставались на беседы, разговаривали. То есть она действительно понимает каждого ученика, их проблемы воспринимает, и поэтому возникает это взаимопонимание. То есть она видит человека, видит его личность, видит его сущность. В чем это огромнейший плюс. Кроме преподавания в школе, Татьяна Борисовна широко ведет и внеклассную работу. Воспитывает и учащихся любовь к малой родине, организует совместные походы по местам боевой славы Анапы, изучает историю и культуру Кубани. Как у педагога с многолетним стажем, у нее есть особые требования к школьникам. Во-первых, ко мне в кабинет должен войти ученик, а у нас учебный процесс, а не развлекательный. Это во-первых. Во-вторых, требует ребят форму. Я должна быть сама постоянно в форме. Неважно, болит у меня голова, высокое у меня давление или нет. Я должна, переступив порог школы, улыбаться. И должна всем сказать «добрый день». Сейчас Татьяна Борисовна успешно продолжает учительскую карьеру и делится с ребятами тем багажом знаний, который накопился за 30 лет. Но в душе с нетерпением ждет лето. Ведь, как она сама признается, летом приезжают 10 самых любимых учеников. И это ее внуки. Сотрудники управления муниципального контроля продолжают борьбу с незаконными постройками. Если раньше вместе с полицейскими и специалистами Ремстроя они демонтировали небольшие торговые точки, то на этой неделе им пришлось столкнуться с весьма серьезным капитальным сооружением. Была демонтирована незаконно установленная стена на пересечении улиц Ленина и Калинина в районе Казачьего рынка. Данная конструкция была, представляет из себя сложенные фундаментные блоки в количестве примерно 45 штук. Их связывало, при строительстве, возможно, многоквартирного дома застройщикам было допущено захват именно муниципальной территории посредством установки и складирования этих плит. Для того, чтобы демонтировать забор, специалистам Ремстроя пришлось вызывать специальную строительную технику. Ведь общий вес фундаментных блоков составил более 50 тонн. Разбирали и вывозили их 2 дня. В результате проведенных работ была освобождена муниципальная территория почти в 30 квадратных метров. Одновременно решился и другой вопрос. За бесхозным забором постоянно собирались лица без определенного места жительства. Демонтированные блоки отправлены на штрафную стоянку. У хозяина блоков, который так и не объявился, еще есть время забрать свой строительный материал. Ведь общая стоимость демонтированного материала превышает 100 тысяч рублей. Русский язык – это язык поэзии. Так называлась онлайн-встреча, которая прошла в Центральной библиотеке города. Посвящена она была Кубанскому единому дню поэзии. Участниками стали молодые читатели, поэты и библиотечные специалисты Анапы и Краснодарской краевой юношеской библиотеки. Анапские читатели познакомились с творчеством краснодарской поэтессы Марины Тараненко. Исполнение произведений самим автором вызывает яркий интерес. Я становлюсь маленьким, как семечко, как бусик, как масик у карандаша. Не шевеля и не дыша, лежу заметная бедва. Анапчане прочли произведения известных поэтов, а также стихи собственного сочинения. Подобные онлайн-встречи в Центральной библиотеке проходят уже не в первый раз и дают возможность поделиться литературным мнением с читателями из других городов Краснодарского края. И еще один пример, когда современные технологии успешно используются в повседневной жизни. Во Всероссийском детском центре «Смена» охрана территории, полиции и Росгвардии теперь осуществляется с помощью электромобилей, которые не загрязняют окружающую среду. Об этом в материале наших коллег.
Сотрудники полиции за современные технологии. Они уже успели освоить новые смены мобили. Впечатления самые хорошие, очень удобно, комфортабельно, что теперь обходы будут происходить намного быстрее, и в любой момент мы быстро сможем подойти на место, когда от нас это требует. Мы, передавая эти транспортные средства, рассчитываем на то, что теперь сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии смогут оперативно пресекать любые возможные правонарушения, благо их у нас в Вене практически не случается, и патрулировать, осуществлять контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим. Сегодня такой знаменательный день, наверное, в истории нашего подразделения, когда реально нам такая оказывается серьезная помощь. Внесение службы, выполнение своих служебных обязанностей. Я думаю, это только большой плюс. Вперед в будущее, говорят мальчишки и девчонки. Участники медийной смены российского движения школьников тоже приобщились к новым технологиям. В Анапе вновь стартует конкурс «Семейное древо». Его цель – изучение истории семей, проживающих на территории нашего города, чтобы и младшее поколение жителей, и их родители гордились историей своего рода, города, страны. На конкурс предоставляются выполненные семьями с детьми работы в разных техниках декоративно-прикладного творчества. Для участия необходимо направить пояснительную записку и фотографию своей работы на электронный адрес opeka@anapa.mail.ru. С полным положением о конкурсе «Семейное древо» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Анапы в разделе «Объявления», либо по телефонам, указанным на экране. Работы будут приниматься с 8 по 15 мая по адресу Анапа, улица Мелькова, дом 32, 7 кабинет, на 4 этаже. И в завершении выпуск информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.